ребятишек. Что это? Слышу, слышу, бегу, 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 мои хорошие, бегу, 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 извините, барбершоп задержался. Ты что здесь делаешь? Мы же договорились. Ты в 2020-м остаешься и все. В 2021-м тебя уже нету. Как это нету? Есть, вот он я. Давайте проведем своеобразную игру. А, батл. Да. Отлично, батл, это по-модному, это стильно, это молодежно. Но, как говорится, старикам у нас везде дорога. Ну-ка, старый, покажи какую-нибудь свою любимую игру детишкам, а мы посмотрим, стоит тебя оставлять в новом 2021 или нет. Ребятам в гости приходил, и подарки детям я приносил. Ладошки заморозил ему ножки. Я к ребятам в гости приходил, и подарки детям я приносил. Орел не маленькая птаха, орел герой не знает страха. В Здравнёво я не раз летал, на том утёсе ночевал. Я здесь Здравнёво охранял, когда здесь Репин обитал. Уха уже готова. Приглашаем попробовать. То зима нам в помощь, снег, хорошее настроение, хорошая погода. С наступающим Новым годом! Поздравляем всех жителей Витебска, Белоруссии,